Пермь из Турции. Мы находимся в историческом районе Стамбула, Султан Ахмед. За нашими спинами музей Айя София, который был построен в 4 веке нашей эры как самый крупный православный собор. Каковым он оставался до 15 века, когда Константинополь завоевали турки османы и переделали его в мечеть. Внутри очень красиво сочетаются обе религии. Прямо напротив находится голубая мечеть. Главная мечеть Стамбула, построенная в 16 веке и красиво украшенная внутри плиткой голубого цвета.